Всем большой привет, мои дорогие. Мы на каникулах с Джеффом. И по больничкам есть. У меня, знаете, не одно, так другое. Какая-то шишечка у меня появилась вот тут вот. Я не знаю, заметно, нет, вот так. Мы уже сделали экс-рей. Сдали, прошли ультразвук. Сейчас идем на appointment со специалистом, чтобы узнать, что это такое, что за шишечка. Вот. Дам вам знать, что скажут. Возможно, еще придется MRI проходить или еще что-то. Вот наша больница. Тут наш семейный доктор, терапевт. Это большая такая у нас поликлиника. Здесь терапевт наш. Вот так вот детки могут поиграть, пока ждут. Наверное. Вот она, шишечка тут маленькая. Короче, дали направление на MRI. Может, покажет, что. Потому что X-ray показывает, что это часть косточки. А этот ультразвук показал, что это отдельное что-то плавает, как бы. Поэтому надо еще дополнительное обследование. Буду держать вас в курсе. Уже наш город. Одна из наших улиц. Мы, наверное, сначала остановимся. Ой, боже мой. Ой. Сначала в долларовый магазин забежим. Потому что мне там надо купить кое-что. Буду обшивать Джеффа джинсовую курточку. О, Кэти Рейнольдс. What? Who died? Everybody from our school. Мы сейчас проезжали мимо дома, где прощальный дом, куда привозят покойного, чтобы люди могли прийти попрощаться. Мы проезжаем, и я смотрю, женщина, с которым я работала, некоторые уже ушли на пенсию. Странно, кто это мог быть? I'm looking at my email. There's no email. Очень странно, блин. Usually. Может, кто-то, кто работал с нами раньше и уволился. Или на пенсию ушли. Блин. Вот как раз и в этот магазин, а ты и в этот. Смотрите, сколько шариков надутых. Так, мне надо, короче, найти, где продают все для шитья. Всякие иголочки. Мне надо иголочку, которая, как они, шишечками, такими шариками. Ну, смотрите. Смотрите, какие ведра прикольные. О, по $5 они. Нет. Так, что, где? Так, тут у нас что? Мне надо где для шитья. Ой, кстати, вот этот хороший подушечка, иголочки. Иголочки туда втыкать возьму. Надо. Джеффрик, I think it's over here. Так. Надеюсь, не заставили. Yeah. Here, have there. Так, наверное, не здесь. Такой бардак всегда. У них, видать, работник не хватает, чтобы порядок навели. Очень даже беспорядочек. Смотрите, наклейки из офиса. А, скорее всего, вот в этом отделе. Так. Наверное, здесь, я думаю. Так. Next time I can have some more. Look at the clippies. Yeah, clippies. These are all hair things.
Нет, так это не здесь. Не поняла. Пробежите со мной по магазину долларовому. Напиточки. А, нет, тут уже пошла еда какая-то. Где же может быть? Ниточки, иголочки. Ну-ка. Я, по-моему, здесь не пробежался еще. А, возможно, и здесь. Так, так. Вот ножницы пошли. Ой, вот тут, вот, я думаю, буду. Так. Ой. Здесь все, кроме иголочек на этих шариками. Ну, елки-моталки. Ну, чё? Мне надо прям очень даже срочно. Ну, вообще, знаете, возможно, будет в следующем магазине. Надо же, я была уверена, что тут есть. Такие ручки. Ну ладно, другой магазин посмотрю. Так, идем в следующий магазин. Сейчас там, возможно, там найду эти иголочки. Я, знаете, что хочу еще посмотреть? Когда мы отдыхали последний раз. Где мы с Жефом были? И там я, короче, видела женщины, которые не худенькие. Они, знаете, в чем были? Они были в плавках мужских, таких как шортики. И так смотрелось, кстати, неплохо. И я думаю, дай-ка я тоже посмотрю. Может, конечно, будет очень странно, но ну, хочу посмотреть. Смотрите, какие симпатичненькие, которые от солнца защищают. Материал такой хороший, с кармашками. $15. Надо посмотреть, сейчас, может, найду что-нибудь. Мы же с Джеффом скоро снова летим на отдых. Так, вот это что? Платьишко. Интересно, такое качество. Вот как солнце, от солнца защитный материал такой. Шортики. Мой говорит, в смысле ты хочешь себе? Пожалуйста, не надо. Ну, я увидел... Вот если я увижу опять, я вам покажу, девочки, что я имею в виду. Они так смотрятся еще, подбирают трусики, например, эти шортики под лифчик от купальника. И так смотрится это хорошо. Ну, знаете, даже девочки некоторые, кто меня поймет, мы стесняемся быть неприкрытой, как бы сказать. Вот такую я взяла еще тоже, защищает от солнца. Девочки, я вам показывала уже, какие у нас тут супы. Вот так можно в банках купить. И вообще овощи, например, вот смотрите, грибочки. По-моему, все польское производство. Очень даже неплохо. Но тут супов я не вижу. Они, наверное, в другом месте стоят. Перчик, вот. И просто капустка. Я думаю, это Польша. Ой, вот этот, кстати, хороший перчик. Так, здесь что? Нет, это не супы. Покажу потом. Смотрите, какой большой мешок семечек жареных. Но они, правда, соленые. Я вот соленые не особо люблю. 3,99, представляете? О, какой мешок. Вообще, знаете, что хорошо? Например, я мясо не ем. Много ем. Вру-вру. Я это, не ем много салата. Ну, хорошо, там даже на салатик посыпать. Такие еще румянистые. Всего 3,99 за такой большой пакет. Так, нашла я супчики. Вот, смотрите. Украинский борщ, пожалуйста, 2,99, очень вкусненький. Вот это надо мне вот эти подкупить. Очень вкусный тоже, смотрите, что-то я не показываю вам. 2,99, очень вкусный овощной такой супец возьму сейчас. Вот это я не знаю, что это такое, какой-то этот томатный суп, этот суп какой-то грибной. Вот, кстати, тоже неплохой. Вот. Возьму сейчас тоже по баночке. Вот это, наверное, несколько надо взять. Очень вкусненький. Я, знаете, иногда добавляю консерву в томатном соусе. И очень так сытненько, вкусненько получается.
Юля, смотрите, что еще у нас тут есть. Какая прелесть. Ну, я сейчас наберу. Ой, какая вкуснятина, я думаю. Смотрите, супчик. Вечетаблс. Ну, я возьму сейчас. Я уверена, у них очень много. Мало поинтов. Вот тоже суп хороший. Смотрите, здесь просто воды добавить. Очень вкусно. Я его пробовала раньше. Потом, что еще здесь? А, такие супчики, мне кажется, классные. И надо набрать. И... Так, а это что? Это какие-то новенькие, кстати, баночки. Кабич суп. Так, что еще я вам тут хочу показать? Сейчас покажу. Вот смотрите, какой-то фасолевый суп. Я знаю, девочки, я тут... Ой, блядь.